Рахмандугун Узурмен, Урмат Тотелегуршир, Некс ТВ-канал Нангуэр Мандарчина, Гуэр Мандарин, Некс ТВ-канал Хайрдан Тузефирте, Хазмат Назардамен Алтнер Станбекова. Бегун, Турткун Мурун, Тагара, 8 сентября, Укама Катаравнан, Камака Ланган, Канат Пегисаев, Тарап Таштар, журналисты, очень пресс-конференция, Уткургун Джат Шатазар, Катшу Чуларгин, Испек Дюшебаев, Зайнитон Курманов, Мамбет Чуну Сабылов, Чулпан Абикеев, Чана Нарымбек Молдаисаев. Бұл жерге чалан журналистер чоғылыштым. Қатысушылар мардығы келді. Азыр шоу пресс-конференцияны бізменен қошу. Қошу сіздердағы түз эфирде көңіл бұрыңыздар. Зайнитин Курманов, Чулпан Абыкеев, Нарымбек Молдаисаев. Первый начинает говорить основную информационную нагрузку берет на себя господин Кенешбек Тышбаев. Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты, представители средств массовой информации. Как вы все знаете, в минувшую субботу 30 сентября текущего года Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской республики был задержан, затем арестован депутат парламента Канатбек Исаев. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьями 27, это приготовление к преступлению, 233, массовые беспорядки, 295, насильственный захват власти или насильственное удержание власти Уголовного кодекса Кыргызской республики. Вот. Как вы знаете, сейчас расследование ведет Следственное управление ГКМБ Кыргызской Республики. На уголовное дело наложен гриф «совершенно секретно», и орган следствия старается любыми путями, всеми возможными средствами не допускать утечки информации для общественности, для народа, а также для сторонников Канатбека Исаева. И с целью обеспечения законных прав и интересов депутата Жогорку Кенеша, председателя политической партии Кыргызстан Канатбека Кедейкановича Исаева, мы решили создать наш комитет. В состав комитета вошли представители политической партии Кыргызстан, известные в нашей стране люди, а также сторонники и близкие Канатбеку Кедейкановичу. Вот, я хочу огласить вот, данные членов нашего комитета. Председателем являюсь я, Кенешбек Дюшебаев, генерал-лейтенант, я экс-председатель ГКМБ Кыргызской Республики. Зайнидин Курманов, экс-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Мамбет Жунус Абылов, государственный и общественный деятель, экс-чрезвычайный полномоченный посол Кыргызской Республики в ряде стран. Чолпанбек Абыкеев, известный писатель, бывший первый секретарь Союза писателей Кыргызской Республики. Нурлан Кудайбергенов, член политсовета партии Кыргызстан, а также Нарымбек Молдаисаев, полковник, экс-начальник УВД Нарынской области.
Уважаемые коллеги, мы в своем заявлении указали те моменты, которые вопиющим образом вылазят, как говорится, из рамок уголовного дела именно в части нарушения законодательства Конституции Кыргызской Республики. Когда вы получите, конечно, вы ознакомитесь. Но то, что в данном случае имеется полная провокация со стороны спецслужб в отношении депутата Жогорку Кенеша, подстава со стороны криминалитета, который действует в нашей республике, у нас никаких сомнений нет. Вот к этому мы в своем заявлении привели конкретные аргументы и доводы, и доказательства. Конечно, насколько они будут восприняты в ходе расследования, насколько объективно, детально будет расследование, конечно, время покажет. Но то, что в настоящее время, значит, органы правопорядка, в частности спецслужба, срочно или совместно действует криминалитетом в интересах определенного кандидата, в выборные процессы вмешиваются и темные, и другие силы, именно чтобы получить желаемый для власти результат, у нас никаких сомнений нет. Поэтому мы главной целью поставили защиту интересов Канатбека Исаева и намерены добиваться его законными путями. Вот. Мы, комитет, требуем от органов следствия обеспечить объективного, открытого, законного расследования в отношении Канатбека Исаева. На время следствия изменить меры пресечения содержания под стражей на домашний арест либо на подписку о невыезде. И мы обязуемся гарантировать того обстоятельства, что Канатбек будет выполнять все законные требования и распоряжения органов следствия и суда. И мы гарантируем за его поведение и явку в органы суда и следствия в любое необходимое время. Если наш голос не будет услышан, мы оставляем за собой право действовать в рамках закона и предпринимать любые законные меры, уважаемые журналисты. Вот. Ну, здесь я не хотел зачитывать все это заявление. Я хотел бы представить слово членам комитета. И потом, если будут вопросы, пожалуйста, мы... Саламатсыздар, урматтуу журналистер. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Өзүңүздөр билгендей, быйылкы жылдын 30 сентябрында мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан кылмышка, оор кылмышкарга шектелүү деп Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Кедейканч Исаев кармалды. Ага карата кылмыш кодексинин 27-чи статьясы, бул кылмыш даярдануу, 233 статья, бул массалык башаламандыкты даярдоо, 295 статья, бул күч менен бийликти басып алуу деген статьялар боюнча иш козголуп, ал камакка алынды. Анан массалык маалымат каражаттарында ошону тастыктаган жана тергөөнүн ою боюнча ар кандай видеоматериалдар, аудиозаписьтердин баардыгы таркатыла баштады. Кылмыш ишине болсо мамлекеттик кызыкчылыкка дал келет деген өтө жашыруун деген гриф коюлду. Бирок ошол эле мезгилде массалык маалымат каражаттарында болгон, ошол уголовный делонун ичинде болгон материалдардын баары ачыкка чыгып атат. Бул кимдин кызыкчылыгы үчүн, эмне үчүн мындай болуп атат? Анда кылмыш ишине эмне үчүн жашыруун деген гриф коюлду деген суроо албетте биздин көпчүлүк элди таң калдырып аткандыр деп биз ойлойбуз. Ушу мыйзам бузууларды эсепке алып, биз Канат Кедейкановичтин мыйзамдуу укуктарын коргоо максатында биздин комитетти түздүк. Биздин комитетке төрөгө кылып мени сунуш кылышты. Мен Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбекович, Улуттук Коопсуздук комитетинин мурунку төрагасымын, генерал-лейтенант Зайнидин Курманов, Жогорку Кеңештин мурунку спикери Мамбет Жунус Абылов, коомдук жана мамлекеттик ишмер, биз бир катар өлкөлөрдө Кыргызстандын элчиси болуп иштеген Чолпонбек Абыкеев, белгилүү жазуучу, жазуучулар союзунун мурдагы биринчи төрагасы, Кыргызстан партиясынын саясий бюросунун мүчөсү Нурлан Кудайбергенов, андан кийин Нарынбек Молдоисаев, полковник, Нарын УВД-сынын мурунку жетекчиси. Биздин эң негизги максатыбыз тепселип, одоно түрдө бузулуп аткан
Канатбек Исаевтин укуктарын мыйзамдын чегинде коргоо. Ошол максатта биз ушул комитетти түзүп, төмөнкү требованияларды коюп атабыз. Биринчиден, Канатбек Исаевка болуп аткан тергөө ачык, объективдүү мыйзамдын чегинде болсун. Экинчи, аны камак алуудан үй коргоо, баш коргоо чарасы өзгөрүлүп, үй камагына же болбосо жана эки жакка кетпөө жөнүндө подпискага которулсун. Биз болсо Канатбек Исаев үчүн жоопкерчиликти алабыз. Кайсы мезгилде кепилдикти алабыз, кайсы мезгилде болбосун сот органына болобу, тергөө органына болобу келүүсүн камсыз кылып, закондун чегинде тартибин камсыз кылууга биз милдеттенме алабыз деп койсом болот. Эгерде биздин айткан сөзүбүз кабыл алынбаса, угулбаса, анда биз мыйзамдын чегинде тиешелүү чараларды көрүүгө аргасыз болобуз деп мен айткым келет. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ушу президент боло турган президенттик шайлоого карата абдан чоң процесстер жүрүп атат. Кандидаттар өз иштерин жүргүзүп атышат, бирок ошол эле мезгилде шайлоо боюнча мыйзамдар, конституция кээ бир талапкерлер тарабынан абдан одоно түрдө бузулуп аткандыгын тастыктап, далилдеп кереги жокко деп ойлойм. Анткени алардын баардыгы массалык маалымат каражаттарында абдан кеңири түрдө талкууланып атат. Бизди таң калдырган бир нерсе эмне үчүн мамлекеттик бийлик тараптан президент, спикер, жогорку кеңештин спикери, өкмөттүн башчысы, укук коргоо органдары, сот органдарынын жетекчилери тарабынан тиешелүү реакция болбой жатат. Өзүңүздөр билесиздер, таза коом эме таза шайлоо өткөрүү боюнча атайын граждандык кыймыл түзүлгөн. Ал болсо президенттен тартып баардык бийлик өкүлдөрүнө, жетекчилерине тиешелүү кайрылуу менен конкреттүү фактыларды мыйзам бузуу боюнча келтирип жиберди тиешелүү адресаттарга. Ошонун бирөөнө дагы эч кандай реакция да жок, жооп да жок. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул жерде мамлекеттик бийлик органдары тарабынан кош стандарттуулук болуп атат го деп эсептейбиз. Эгерде ушундай шарттар түзүлө бере турган болсо, мамлекет үчүн, коом үчүн абдан коркунучтуу жагдай түзүлүп, бул шайлообуз закондун рамкасынан чыгып, ызы чуу башаламандыкка айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биздин коргоо комитетинин эң жогорку, эң башкы максаттарынын бири ушу иштердин баардыгы мыйзамдын чегинде болуп, стабилдүүлүктүн алкагында болуп, шайлоо тынч өтсө деген ниеттебиз. Ошондуктан биз мына Канат Исаев кармалганда сразу анын туугандарын да жердештерин да баарын тынчтандырып, баардыгын закондун чегинде аракет кылалы, эч кандай закон бузууга, жол тозууга, ызы чуу кылбоого чакырып, баардыгын закондун алкагында деп өткөзөлү деп чечтик дагы атайын ушул комитетти түздүк. Ошондуктан мындан аркы болгон кыймыл аракеттердин баары закондун чегинде болуп, ушу биздин комитет тарабынан координацияланып турат. Мындай комитеттин өзүнүн филиалдары Чүй областында, Ысык Көл областында, Нарын областында түзүлөт деп мен дароо айтып коюшум керек. Анткени ошол жерлерде Канат Кыдыйканычтын талапкерлери, жактоочулары абдан көп. Бүгүнкү күндө баардык жактан телефон чалуулар, кызыгуулар болуп атат. Биз болгон талапкерлер жактоочуларыбызды тынчтандырууга баардыгы мыйзамдын чегинде чакырууга эме чечүүгө чакырып жатабыз. Бирок эгерде бүгүнкү күндө орган, тергөө органы, бийлик үнүбүздү укпаса, мыйзам тебелери мындан ары улана берсе, мамлекетибизде коопсуздук бузулуп, башаламандык болору ал тууралуу иш деп ойлойбуз. Ошондуктан баардыгы мыйзамдын чегинде биз чечүүгө аракет жасап атабыз. Рахмат. Вы Никим Курманов продолжаете, я правильно поняла? Да. Да, пожалуйста, прошу вас. Так. Вообще бы было бы лучше, если бы мы перешли к вопросам и ответам. Пожалуйста, потому что больше, чем сказал генерал, специалист в этой проблематике, да, вряд ли из нас. Ну, возможно, кто-то из нашей группы, может быть, сделает, да, при ответах, уточнит и так далее. Пожалуйста, чтобы мы работаем в этом формате. Прошу вас, журналисты. У меня первый вопрос. Просто уточните еще раз. Первое.
В каких случаях используется гриф «совершенно секретно»? Это первая часть вопроса. И еще раз, назовите основные аргументы, которые доказывают, что данный арест является провокацией. Ну, буквально по этим, первое, второе, третье. Хорошо, спасибо, мне ответить, да? Конечно. Ага. Так, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, конечно, гриф «секретно» или «совершенно секретно» накладывается на уголовное дело в тех случаях, когда ведется расследование фактов, которые затрагивают высшие государственные интересы, касающиеся вопросов безопасности, вопросов национальной безопасности. То есть государственная измена, шпионаж и так далее. В данном случае мы каких-либо оснований накладывать на это дело грифа «совершенно секретно» мы не видим. Почему? Во-первых, смотрите, они говорят совершенно секретно те материалы, которые широко опубликованы в интернете и в других средствах массовой информации. То есть скрытую съемку встречи Ханат Исаева с какими-то лицами, а также переговоры лидеров преступных группировок между собой. То есть они в открытом пространстве? Да, в открытом пространстве гуляют. То есть мы... Кто источник, мы, например, прекрасно понимаем. Поэтому вот я хотел бы даже с нашего заявления зачитать некоторые моменты, чтобы пожалуйста, вам более-менее да, понятно было. Да. Вот в средствах массовой информации широко распространено аудио-видеозапись, якобы свидетельствующая передачу Исаевым денег представителям криминалитета для осуществления незаконных действий. Однако в распространенных в интернете аудиоматериалах отсутствует голос Ханата Исаева, где он кого-либо призывает устроить в день выборов беспорядки или захват власти. Этих людей ГКНБ называет представителями организованных преступных группировок ОПГ. В то же время не представляет аудио- или видеозапись встречи Ханата Исаева с представителями ОПГ, которые подтверждали бы призыв Исаева устроить в день выборов беспорядок и захват власти в случае проигрыша. Вот. Смотрите, и тут что получается? ГКНБ пытается связать Ханата Исаева представителями ОПГ. И в то же время этот член ОПГ, который якобы встречался с Ханатом Исаевым, прицепил на груди видеокамеру и микрофон, представленный спецслужбой для записи Ханата Исаева, для съемки и записи. И кто получается, кто в связке, ГКНБ с криминалитетом или Ханат Исаев с криминалитетом? Если встречается Ханат Исаев, а ГКНБ представляет криминалитету всю необходимую аппаратуру, устраивает провокацию и записывает, то кто с кем связан? Кто против кого борется-то, уважаемые коллеги? Задайтесь простым вопросом. Вы знаете, Ханат Исаев баллотировался на должность президента страны. Однако ему необоснованно отказали в регистрации. Знаете, он собрал около 55 тысяч голосов. В его штабе мы сидели, каждый голос рассмотрели. И любые подозрительные эти подписи сторонников убирали. И в конце оставили 37 тысяч четких, хороших голосов, и которые представили в ЦИК. ЦИК из них сначала забраковал 5 тысяч, осталось 32 тысячи. Потом, по всей видимости, поступила команда вырубить его, убрать его любой ценой, и потом еще несколько тысяч убрали, оставили 27 тысяч. И при том не было сделано ни одного графологического исследования, экспертизы, ни одной подписи. Просто на взгляд взяли и выкинули. Боже мой, тут же человек регистрируется, идет кандидатом в президенты, и каждый шаг против него должно быть обоснованным, правовым, законным. А тот на глазок взяли, убрали 10 тысяч подписей и отказали в регистрации. Это вопиющее нарушение выборного законодательства со стороны ЦИК и соответствующих органов. Мы так считаем. Вот, следующее. Мы считаем, что Ханат Исаев арестован по ложному обвинению, так как он не пойман на месте совершения преступления. Он не пытался скрыться. Он не является ни преступником, ни террористом, чтобы держать его под арестом.
Вот. Во время вот, задержания и ареста должно было учитываться то обстоятельство, что он является депутатом Жогорку Кенеша, то есть высшего органа законодательной власти страны. Он является лидером, председателем известной партии Кыргызстан. Парламентской. Да, парламентской партии, да. Вот. И поэтому нам абсолютно непонятно, почему органам следствия на уголовное дело наложен гриф совершенно секретно, так как в интернете, других средствах массовой информации массово демонстрируется все содержимое так называемого этого секретного уголовного дела. Где логика, уважаемые журналисты? Вот, и мы задаемся вопросом, кто их опубликовал, с какой целью, где источник? Вот. Почему, главное, ГКМБ не реагирует на массовую утечку этой секретной информации, на разглашение данных уголовного дела? Почему не реагируют? И законный вопрос. Что за двойные стандарты вот, в ходе этого расследования? В отношении, в обвинительном уклоне ведется расследование, и чтобы доказать, создать впечатление у общественности, у народа такое впечатление, они идут на разглашение всей информации, которая содержится в уголовном деле. И в то же время его адвокатам, его близким, его сторонникам не говорят, что содержится в уголовном деле, не подпускают близко, не дают ни встречи, ни переговорить с ним. Как это называется, уважаемые журналисты. Вот, а также вот недавно, вот буквально 1 октября состоялось заседание Совета Безопасности нашей страны, где обратно говорилось об обеспечении честности, открытости, законности президентских выборов, об неиспользовании административного ресурса, о невмешательстве в выборные процессы представителей органов государственной власти, а также криминалитета. Вот. Но в то же время, уважаемые коллеги, вот в средствах массовой информации, интернете, социальных сетях огромное количество о фактах административного произвола и вмешательства чиновников всех уровней, начиная от вице-премьеров, кончая Айыл Өкмөтү. Как используется криминалитет, никакого секрета нет. Последний вопиющий факт, вот то, что вчера вот по новостям, по НТС показали, как бедного человека, представителя, может быть, какого-то конкретного госоргана, либо члена криминалитета, вывезли, издевались, избивали до потери сознания. И на сегодняшний день абсолютно никакой реакции на это нет. И таких у нас много очень. Были факты и выкрадывания детей, и когда люди в масках врывались домой руководителям штабов некоторых других кандидатов, на глазах семьи избивали, эти люди обращались в правоохранительные органы, и абсолютно никакой реакции не было. О чем это говорит, уважаемые коллеги? Давайте задумаемся. Вот, еще следующий момент. Со стороны государственных властных структур, в том числе президента, Жогорку Кенеша, правительства, Генеральной прокуратуры, других силовых органов, нет абсолютно никакой реакции на обращение гражданского движения за честные выборы, о складывающейся крайне общественно-политической обстановке в стране перед президентскими выборами. Все сказанное, на наш взгляд, свидетельствует о том, что органы исполнительной власти полностью игнорируют заявление президента Атамбаева о прозрачных, честных, законных выборах. Либо тут двойные стандарты и блеф, рассчитанные на простого обывателя. К сожалению, в своей новейшей истории мы дважды сталкивались вот с подобными ситуациями. Поэтому, думаю, грамотный, умный, образованный наш народ, общественность прекрасно разберется, кто есть кто и почему все это происходит. Вот. Поэтому... У меня к вам еще один маленький подобный вопрос, потом журнале сделал заявку. Скажите, поскольку вы являетесь сельско-председателем, скажите, вот этот сценарий, он вам знаком? Либо это какая-то новая, неведомая технология? Либо знаете... Вы сталкивались с проявлением этих фактов во многое, за короткую историю 20-летнюю нашей страны? Я же вам сказал, уважаемые коллеги, что подобные ситуации мы в нашей новейшей истории сталкивались дважды, в 2005 году и в 2010 году. И чем они заканчивались, мы прекрасно знаем. И в то же время я хотел бы сказать, в 2010 году, когда я являюсь председателем ГКМБ, в то же
время председателем, являясь членом временного правительства и председателем ГКНБ, когда мы пришли, мы предприняли все необходимые меры, чтобы парламентские выборы 2010 года и президентские выборы 2011 года прошли стабильно, честно, открыто. Поэтому на парламентских выборах 2010 года победил наш главный оппонент, партия Атаджур. Если бы мы использовали подобные меры, разве наши главные соперники могли бы победить? Понятно. Я сознательно вам задавал по порядку очередности. Вы представитесь, потом вы. Хотите вот, добавить? Пожалуйста. Да. Вот у вас был вопрос, где, что такое провокация. Да? Вот я сейчас скажу, что мы считаем провокацией. Да? В отношении Исаева возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса уголовное дело. Это, значит, приготовление к преступлению, статья 27, массовые беспорядки, статья 233, и насильственный захват власти или насильственное удержание власти, 295. Теперь посмотрите, уважаемые журналисты. Вот начнем с последних двух статей. Массовый беспорядок, насильственный захват власти. Где вы видите в Кыргызстане, что произошло насильственный захват власти? Вы видите, есть такой факт в Кыргызстане? Попытка так, подготовки. Так, да. Где вы видите, что значит, идет массовый беспорядок? Да нет же, не массовый беспорядок, нет насильственного, а человек уже посадили именно по этим статьям. Это провокация. Теперь, чтобы они себе смягчили, вот как-то скрывали, да, они туда решили 27-ю статью «Приготовление к преступлению». Теперь давайте я вам расшифрую, что такое приготовление к преступлению. Они хотят предподнести о общественности. Они говорят, для этого они это, выдали, это, значит, телефонный разговор так называемых представителей организации преступной группы ОПГ. Так, один другому звонит, говорит, ты знаешь, наш общий знакомый, тоже из числа ОПГ, я так понял, так? Вчера мне сказал, что Канат Исаев и Ханым Гиман Алиев, значит, готовятся к перевороту. Вот они говорят, и потом туда добавляют, что чуя уже по 4 миллиона двум человекам выданы деньги, по 4 миллиона, так, называют имя там Денис, второй, значит, какой-то спортсмен, а потом говорит 25 миллионов ложь. Теперь посмотрите. Вчерашний, вот НТС показал, так, везде YouTube показывает. Вот человека, который Алимжанова, который, значит, избивали, пока еще неизвестно, это представитель власти или, значит, представитель криминалитета. Так, избивали. И с него выбивали доказательства, что он получил 20 миллионов сома от Бабанова. Вчера он же так говорит, значит, я был вынужден на телефон это сказать, четырежды они меня заставили, записывали четырежды, чтобы я дал показания на Бабанова, что 20 миллионов сома я получил на организацию беспорядок. Вы понимаете, это что вот это звено одной цепи. То, что там Канат Исаев, то, что там то, что озвучивает представитель ОПГ, тут же власть начинает принимать действия. Вот сказал по телефону один представитель другому, что вот это Канат Исаев такой, тут же арестовали Канат Исаева. Тут же, значит, 25 миллионов кому-то хотели пришить. И тот человек это проявил мужество, вчера, значит, заявил, что я был вынужден четырежды сказать, оболгать Бабанова. Я никакой ничего не получил. Мне, говорят, больше 50 лет. Мне это, бояться и нечего. Я, говорят, потребовали, чтобы сутка, чтобы я это исчез и появился только после выборов. Разве это не провокация? Разве вот это приготовление, если приготовление, значит, преступление, Канат Исаев был причастен, то ГКНБ должен был представить разговор представителя ОПГ с Канат Исаевым. И голос Канат Исаева должен был озвучить там, ребята, давайте помогите и так далее, и так далее. Они этого не сделали, и сделали другое. Это чистейшая провокация.
Они показывают теперь совсем другое. Значит, это выдача денег, передача денег какому-то человеку Ханат Исаева. А что это такое, они не поясняют. А он же баллотировался президентом. У него работала выборная команда. А он хочет, чтобы эта выборная команда не распалась. И, значит, тот, который работает на выборной команде, все получают деньги. Поскольку его не зарегистрировали, он должен же расплатиться с людьми, которые, значит, помогали. Что тут это? И вот это, значит, это чистейшая провокация. Вот это совершенно нормально. И тот, который получал деньги, он абсолютно никакого отношения не имеет к представителям ОПГ. Совершенно это обыкновенный, вот это, значит, штабной работник. И получается, вот это выставляет, и эти деньги якобы вот из числа 4 миллионов. Вот они так преподносят. Это все, значит, шито белыми нитками. Для того, чтобы вот выборы, значит, были в пользу только одного кандидата. Все это дело, я ничего не удивлюсь. Я бывший председатель Центра избиркома. Я знаю, что как первый президентский выбор я провел в Кыргызстане. Значит, такого вообще же такого не было же, так? Поэтому, уважаемые журналисты, вот я вам отвечаю. Это чистая провокация. Вот на ваш ответ на ваш вопрос. Спасибо. Можно, пожалуйста, одну секунду, порядок заявка ваша, пожалуйста. Нет, потом он скажет, пожалуйста. Прошу вас, представьтесь. Санам айтқанда ұстағы Қырғызстан өтіп, анан кейін жүз тұрғыда осы айтқаныңыздар олай. Кеше күні дүкендердің мағлұматтары қалды. Исаевтің жанындағы қармалған адамдар көрсетілген дегеніне қарағанда бұлай сенің айтқандары тура сектерді баяғы факты дәлелденіп отырады. Оған баяғы қолымен әкімдер үшін шаруа айтқанды. Ағада комментарий еманды өтпеңіз. Жанам айтқаныңыздар журналист. Жанағыл, сұрау түшу атпай, сілер емнені провокация деп айтып атасыңар. Ошан үшін жанағыл провокация деп айтқаныңыз, Ханат Исаевқа үш келені ойынша құрмыш іші қозғол отырады. Деріншісі жанағыл, еме құрмышқа даярдану, екіншісі жанағыл жанзал шығару, көчеде де, үшіншісі билікті басып алу, билікті қарнап тұру. Мына ошоның негізінде мен айтып атам. 233-ші, 295-ші статияда өкінде тең Қырғызстанда мұндай оқиға бола лек. Массовый беспорядок Қырғызстанда болған жоқ сайлаудан. Массовый насилистік захват власти Қырғызстанда болған жоқ, бола лек. И болмайтылар. Ушыны болмаған ішті, ушыны болшыны жасады деп тұрып қамамады. Ушы қантып шынды қажетін. Анан кейін, бұл өзлерін кішіне бір шынды қауқшаштырыс үшін, мұна оны ұшыға даярданған деп тұрып, даярданғанын емесін деге дәлілдеш үшін, екі кішінің телефонда сөйлесіп атқанын көрсетіп атар. Анан аларды айтып атар, ұшыл жанағыл қылмыш еменің өкілдері деп. Қылмыш дүйінің өкілдері деп атар. Алар бір, ал бірі, екісіне айтып отырды бар бұл оны. Біздің бір танышымыз айтып кетті, Қанат Исаевтен Қаныбек Кебенәлиев, шында сілер даярданғыла, шайлығына ұтпай қалсақ, емені көңтөр жасайыз деп атады. Анан 4 миллиондан мұна екі жақсан беріптір, 25 миллионды ошқа беріптір, деп өкі сөйлесіп атады. Ошол өкінің сөйлескенін, ұшыл, Қанат Исаев анда қатышпаса. Қаныбек Кебенәлиев сразу айтты, мен анда ешқандай тиешем жоқ деп оқығандырсыңар. Ал қатышпаса, қантып анан Қанат Исаев күнәлі болады. Ал өкі мүмкін атайын біреуінің тапсырмасы менен сөйлесу мүмкін бе? Ал Қанат Исаевті қармасу үшін, ошол екі кішімден сөйлесіп атқанда Қанат Исаевті үшінші үйіне болыш керек. Болмаса алын тартылған тасмасы болыш керек. Ал жоқ та, Қанат Исаевалардың көрішкен демесі де. Емі, анысы жашырышын біне болады.
Жана 4 миллион, 4 миллион, анан 25 миллионду айтып коюп, анан 25 миллионго келгенде, кошко кетти деп койду. Ал эми Канат Исаевдин бирөөгө акча берип атканын көрсөтүп атат. Ал акча берген кишиси кылмыш дүйнөнүн өкүлү эмес. Ал жанагы жана шайло талапкер болуп күрөшүп атканда Канат Исаев ошол шайло иштегенде деген жигит. Ошол жигит муну канатты киргизбей койду да шайлоого, каттабай койду. Каттабай койгондон кийин ал жана жардам берген кишилерин акча төлөш керекпи, төлөбөш керекпи? Шайлоодо мыйзам боюнча да турбай ал уруксат да. Мыйзам боюнча төлөш керек. Төлөбөй койсоң сени соттойт наоборот. Жана эмени төлөбөй койду деп соттоду го Текебаевди. Төлөбөй койгон үчүн деп соттоду. Туура эле айтып билесиңер го да. Ошон үчүн ал төлөп атса эми ошону жана криминал айтып аткан 4 миллионго байлагысы келип атышат. Анын эч кандай жанагы тиешеси таптакыр жок нерсе да. Бул таптакыр провокация болуп атат. Эми бердин айта турган нерсем да болуп атат да. Бул Канат Исаевди кармаганын себеби негизинен келип туруп бабаны такап атышат. Муну кечээни көрдүңөр, НТСден телевизордон бүт көрсөтүлдү. Жанагы Алимжанов деген жигит Ошто биринчи жана таможенный өкүлдөрү чакырып алып туруп аны давай биз көтөсүн деп коркутуп, эртеси күнү аны төртө урдап апарып алып туруп папанын суу сактагычына барып токмоктоп бүткөндөн кийин анан машинага отургузуп артына отуруп алып телефонго 4 жолу жаздырышат. Мен 25 миллионду эмеден алдым тиги бабаңыздан. Жанагы кылмыш дүйнөнүн сүйлөгөн сөзүн бийлик бияктан жасатып атат. Ошону көрүнүп турат да өзүнөн өзү. Деп 4 жолу айтканга мажбур болдум. Себептен ошону айтып атканда 3 жолу жаратпай коюшту. 4-үнчүсүндө айтканда бутума эме менен гвоздёрка менен чаап атып туруп айттырды деп атат. Мен аны ал айтканым жалган. Мен 50'ден ашып калган кишимин. Мен өлө турганым калды. Мен өсө турганым калганым жок. Мен чыгып кет 1 суткадан кийин, анан шайлоодон кийин келесиң деп талап коюшкандан мен чыккан жокмун деп туруп кечээни ачык айтты го. Эмне үчүн провокация деп айтылса болбойт муну? Себеп дегенде 25 миллион деп жана кылмыш дүйнөсү айтса, ошол эле замат 25 миллионду бирөөгө келип туруп тагып атат. Сен алдым дегениң, сен бабатын алдым дегениң деп уруп эметип атышат. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген шайлоого кылмыш дүйнөсүнүн катуу киришкени. Эгерде ошол катуу киришпесе, бийлик реакция кылат эле. Кана бийликтин реакция кылганы? Мен ошону айтып атам. Булардын баардыгы провокация. Провокация эмнеге алып келиши мүмкүн? Тополонго алып келиши мүмкүн. Тополонго алып келиши мүмкүн. Себеп дегенде мен ушул шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп иштеген адаммын. Шайлоо бүткүчө чачыма карып кеткен. Себеп дегенде ушунчалык жоопкерчилик нерсе бул. Азыр бүгүн шайлоо комиссиясы бир жерге киришип атабы? Только бийлик айтканды кылат. Калган жерин унчукп отурат. Анан жана азаттыктын өкүлү суроо берип кетпедиби? Кечээ күнү ГКМБ момундай информация берди, момундай маалымат берди. Анан кийин ошого кандай улаңар деп. Мына бул жерде өзлөрү өтө жашыруун деген грифти коюп койду. Айып үчүн эле маалымат таркатып атышат. Бул дагы кош стандарттуулук эки жүздүүлүк эмеспи? Анткени кош эме соцсекретка деген гриф болсо, а жерден даже точкасы айтылууга мүмкүн эмес. Соттун чечими, өкүмү чыкмайынча. Ошондуктан бул жерде закондун дагы бир жолу мамлекет орган тарабынан одоно түрдө бузулуп аткандыгын мына тастыкта берип атасыңар өзүңөр. Ошол жанагы көрсөтмөлөр алар өзүлөрүнө мына тергөө органы өзүнө керек информациянын баарын чыгарып каалагандай бурмалап коомчулукка таңуулап атпайбы? Ошол эле мезгилде ошо чындыкты биле башкаларга, адвокатына дагы, башкалар коомчулуктун өкүлдөрүнө эч кимге мүмкүнчүлүк бербей атпайбы? Каалаган жерде бул өтө жашыруун болуп калат. Аларга керек болгон үчүн да бул жашыруун эмес эле. Мына момундай маалыматтар кетип атат. Бул күнөөлүү экен, муну кылмыш керек экен, муну жоопко тартыш керек, камаш керек, жоготуш керек деп атпайбы? Бунун эмнеси түшүнүксүз, урматтуу журналисттер? Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, генерал, сизге суроом, Next TV каналынан Алтай эми комментарийлер арасында кыргыз тилинде сүйлөшпөйт деген көп комментарий келип атат. Ошон үчүн сиздерден да сурайбыз, кыргызча орусча айтсаңар, ошондон кыргызча айтып кетсеңиздер да. Менин суроом сизге,
Эми кайсы маалда гриф секретте койлот, мен аны айтпадымбы, аны кайталап. Эми өтө жашыруун улуттук коопсуздук маселелерине келгенде ошого байланышкан кылмыш фактылар болсо ошондо абдан жашыруун деген гриф коюлат да. Ал болсо кайсы учурлар бул мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген кылмыштар жана шпионаж, мамлекетке чыккынчылык кылуу моунда көргөзүлгөн статьялар деле ошого жатат. Бирок бул жерде жана кош стандарттуулук деп айтканыбыз кандай болуп атат? Мына болгон материалдардын баарын кылмыш ишиндеги элге төкпөй чачпай бүт баардыгын интернетке көргөзүп берип атат да, ошол жерде Канат Исаевди мокочо кылып атат. Чыккынчы, террорист жана башаламандык туюштуруп басып алган адам кылып көргөзүп атат. Ошол эле кезде чын эле ошондойбу? Келип эле тактайын десек, бул өтө жашыруун. Айтканга болбойт, көргөзгөнгө болбойт деп атат. Анан өзүлөрүнө керек болгондо мунун баары ачыкка чыгып атат. Тактап билели, чындыгына жетели десе, жок, бул жашыруун дейт. Муну кандай деп түшүнсө болот? Ошондуктан, урматтуу журналисттер, муну өзүбүздөр калыстап, коомчулук анда объективдүү разбираться этет деген биз ойдобуз. Колтамгалар боюнча мындай да, биз жана эмелерди айтпадыкпы? 55 000 жакын чогултулуп, анан жана 37 000 өткөзүп берсек, анан кийин 10 000 жаратпай салып, анан аны алып таштады деп. Биз айтпадыкпы? Ошол бул жерде жөнөкөй маселе эмес. Мамлекеттик эң чоң кызматка барам деген кандидаттын иши жөнүндө сөз болуп атат. Аны алыш үчүн ошо ар бир кызым жанагы колтамгалардын ар бирине экспертиза жүргүзүп, атайы кол жазмаларды текшерүү үчүн исследование жүргүзүп туруп, анан кийин бул жасалма экен деп табыш керек. Анан кийин жок болсо эле бир борбордук шайлоо комиссиясында отуруп эле специалист болбосо, подчерковед болбосо, криминалист болбосо, муну иликтеген атайы кызматкер болбосо, бул жарабайт деп алып салган, бул кандай болсун? Бул законду одоно түрдө бузуу болуп эсептелинет. Анан ошол боюнча жана 10 000 голосту алып салганда Канат Кедейканович жана жактоочулар менен барып борбордук шайлоо комиссиясына кайылды. Кана экспертизанын заключениясы, кана специалисттердин исследованиясы, кана көргөзгүлө да, анан кийин ошол болсо мен макул болоюн десе, жок, биз ушундай чечтик дейт. Жок, болбойт десе анда сотко барыла дейт. Сотко кайрылды. Сотко кайрылса айтты, бул биздин компетенциядагы маселе эмес, ЦИКке барыла дейт. Анан кийин мындай маселелер 3 күндө каралыш керек экен да, ЦИК менен соттун ортосунда ары чуркап бери чуркап жүрүп 3 күндөн кийин айтты, уже законду түрдө каралган мөөнөт бүттү, эмне кылсаңар дагы бул маселе чечилбейт деп койду. Бүттү. Анан кийин эми каяка барабыз? ЦИКтин чечими бул болсо, соттун реакциясы бул болсо, башка органдар биз киришпейбиз, бул сот менен ЦИК чечет деп атса, анан кийин эми Кудай бөтөлүп ийик отуруп атага жете албай атабыз. Кимге кайрылабыз? Жөнөкөй адам кимге кайрылыш керек? Анын айласы жок, анан кийин эми мындай болсо, законду атайын бурмалап ушинтип жазып салгандан кийин айла жок, анан кийин баш ийет экенсиң да. Ошондуктан анан мыйзамдуу түрдө иштерди алып баралы деп, ал өзүнүн жумуштарды улантып аткандагы, анан кийин мына анын активдүү абдан жакшы иштеп аткандыгын көрүп туруп, аны саясий аренадан сүрүп чыгарыш үчүн Бабановду колдоп аткан бүгүн белгилүү саясатчылардын бири болгондуктан, Канат Исаев аркылуу Бабановду кошо жаткыза чыгабыз деген аракет. Аракет уланып атат. Анын кечээ болгон окуя буга далил, урматтуу журналисттер. Эми ал боюнча мына бизде болгон маалыматтар силердегидей эле жана массалык маалымат каражаттарынан, калганын баарын өтө жашыруун деп бербей атышпайбы? Көргөзбөй атышпайбы? Адвокатка дагы эч ким эмес. Мен адвокаттын өзү менен сүйлөштүм. Бизге кылмыш ишти козгоо боюнча бир эле токтомду көргөздү дейт. Калганын баары өтө жашыруун деп эч нерсени көргөзбөй койду дейт. Бул эмне деген тамтык?
Анан кийин ал өзлөрүнө керек болсо бүт баарын жайып чыгарып атышат дагы жалаяктай кылып, кел тактап коелучу десе ошого такыр жолотпой атат. Буга эмне кылабыз? Эми кимге, үнүбүз кимге жетиши керек? Урматтуу журналисттер. Мен билбей турам, балким силер билесиздер. Эми штабта ал биздин билишибизче караганда ал дегенде Канат Исаевдин эмес, белгилүү башка бир саясатчынын президенттикке кандидат талапкердин жактоочусу болгонда, ошон үчүн үгүт иштерин жүргүзүп жүрүп, анан кийин ал талапкердин мүмкүнчүлүгү жок болуп, финансылык төлөй албай калганда, карыз болуп иштей албай калганда, анан кийин алар башкаларга иштейли деп, анан кийин ошол үгүт иштерине алыш үчүн ошо Канат Исаев менен ар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан ушундай жыйынтыкка келди дегендей болуп атат да. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, жанагы берилип аткан акчаны Канат Исаевден, бул Бабановдун акчасы эмес. Канат Исаев өзү шайлоого даярданып атканда тиешелүү финансылык, материалдык каражаттарды чогултуп, өз кызыкчылыгына жумшоого аракет кылган. Ошол өзүнүн чөнтөгүнөн чыккан акча болушу мүмкүн бул жерде. Бирок андайбы, андай эмес, албетте Канат Кедеканович өзү айтат, бирок ал Бабановдон бир да тыйын акча алган эмес. Ал колдоо көргөзөм, чүйдө иштеп берем деп беле Бабанов менен Бабанов үчүн болгон аракеттердин бири да. Ошондуктан абдан белдүү, жакшы иштеп атканда аны мына провокация кылып аренадан сүрүп чыгарганга болгон аракеттердин жыйынтыгы ушул. Политическую оценку дает партия, дает власть, дает фракция. Я никуда не вхожу. Поэтому моя оценка будет чисто как ученого человека, эксперта. Правильно, да? Но с точки зрения историка, как ученого, я могу сказать, что такие вещи всегда случаются в эпоху невежества. При невежестве расцветает диктатура, тирания, нарушение законов и прочее. Это становится обыденной вещью. Поэтому то, что я сейчас вижу, это не первый, не последний раз. Невежественная власть боится конкуренции. Невежественная власть стремится украсть власть у народа. Представить себя самым лучшим его защитником. Сколько в истории человечества было таких случаев? Самый свежий пример – это, например, товарищ Сталин. В конце жизни он уже никому не доверял. Если раньше какие-то провокации, там Берия, Ежов, там якобы идут какие-то там, попытка захвата власти, государственного переворота, об этом они специально устраивали, чтобы приручить Сталина, то в последние годы его жизни в этом надобность просто исчезла. Потому что Сталин уже везде и всюду видел перевороты, восстания там, и даже умер в одиночестве, как вы знаете. Поэтому у законов, у власти есть свои собственные законы развития, которые никто еще не сумел обмануть. Все думают, обману судьбу. Так не будет. Есть закон бумеранга, который никто не отменял. Бумеранг будет. Будет на любые провокации несправедливость, будет тоже соответствующий ответ. Я надеюсь, что следующий президент, при следующем президенте все эти дела будут рассмотрены, пересмотрены,
им дана политическая, правовая оценка. Очень важно, чтобы дали политическую оценку. Потому что Кенешбек Дюшебаев говорит, вот это было и в 2005 году, и в 2010 году, и сейчас происходит. Это было и в 30-е годы, и 50-е годы, и 60-е, и 70-е годы. Это было на протяжении всего советского времени. Понимаете? И если не будут уроки сделаны, политические уроки, в чем ошибка, например, Горбачева, он же не ушел, так и не дав, не сделав, страна не сделала политические выводы, политические оценки, уроки из прошлого. И все продолжает развиваться по спирали. Но у диктатуры, как вы знаете, нету перспектив. В наших условиях нету перспектив, в наше время, в условиях глобализации. Надо идти вперед. Я вот как представитель гражданского движения за чистые выборы очень обеспокоен тем, что страна катится вот, противостоянию, жесткому противостоянию, которое никто не остановит. Потому что когда начнут работать механизмы разрушения государства, ни вице-премьер, ни генеральный прокурор, все они сбегут в свое время. А ответственность кому-то придется нести. Извините, попутно два вопроса. Да. Вы только что сказали, что страна катится к противостоянию. Да. Скажите, привлечение в любом случае, так или иначе, так называемого ОПГ является свидетельством этого? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Какие последствия участия в ОПГ, в выборах, продвижении, провести и так далее, могут дать потом стране после избрания президента? Что это означает для общества? Потому что за свои услуги они будут чего-то требовать. Как вы полагаете, вот какой будет разворот? Исключительно как к эксперту вопрос. Ну, я скажу так, как эксперт, как ученый, что криминальный мир всегда использовался официальной властью в своих собственных интересах во все времена. Не надо там видеть советский, да исторический период. Когда-то больше, когда-то меньше. Когда-то меньше. Поэтому многие представители ОПГ были, как его, негласными агентами каких-то. Их вербовали, они докладывали, сексоты, как там, я не знаю, как их называют. Поэтому эта парадигма, она не исчезла сейчас. И первая, вторая, третья и революции были с участием криминального мира. Понимаете? С участием. И это не только наш пример, это пример Российской Федерации, это пример Украины, это пример других республик постсоветского пространства. Не надо нас исключать как белых и пушистых. Если мы лидеры демократии, якобы у нас этого ничего нет. До демократии нам еще топать и топать, как говорится. Поэтому все эти факторы имеют место. И это представляет большую угрозу. Угрозу для демократического будущего нашего страны. Вообще, для судьбы нашей страны это играет большое будущее, поскольку все эти гражданские войны, скажу вам как ученый, все эти гражданские войны, революции происходят из-за выборов. Прежде всего из-за выборов. Потому что в условиях выбора накаляются страсти, противостояние растет и начинает работать законы толпы. Деление народа тоже. А когда делишь народы на правых, неправых, акаевцев, бакиевцев, хороших, плохих, христиан, сатанистов, вот начинается фанатизм. Поэтому государство должно избегать таких способов достижения личной цели. Давайте открытая, прозрачная, конкурентная борьба. Не поносите друг друга. Ведите себя. Не забывайте о том, что это может привести к трагедии. Трагедии Молдовы, там, трагедии Украины, трагедии Грузии и так далее. Об этом не... Таджикистана, в конце концов. Не надо за собой сжигать мосты. Как будто сегодня последний день. Вот мой призыв трезвого ученого, историка и политика. Можно буквально вот пару слов. Пожалуйста. Вот Замира Садыкова очень хороший вопрос задала. Просто я хотел бы напомнить, уважаемые журналисты, помните, несколько лет тому назад было «Юпигейт», да?
Потом вот недавно было дело Белизгейт. Вот сегодня Маевский гейт. Вот продолжение, вот Исаев гейт, скажем так. Вот. Юпигейт, Белизгейт, чем они закончились, никто ничего не знает. А в свое время какой фурор был, какое открытие, какой шумгам был. Они свою задачу выполнили, то, что власть хотела, она того добилась, и тихо, мирно все это забылось. Если дело, почему ответственность не привлечены люди? Если нет, то почему тогда ответственные сотрудники государственных специальных служб не отвечают? Вот, пожалуйста. Да. И да, теперь вот мы уверены. И вот и дело в отношении вот Текебаева, Чотонова, в отношении вот Ханат Исаева закончится так же, как в свое время дела закончились с Хуловым, Дешен Хуловым, Исаковым. То есть и закон, и время, и история их полностью оправдает и реабилитирует, и, как говорится, вынесет их на переднюю волну. Прежде чем закончить, я хочу все-таки вас еще раз спросить. Что вы имели в виду, когда сказали, что вот домашний арест, ваши требования четко сформулированы, не будут выполнены? Вы сказали, мы оставляем за собой право на любые правовые действия. Законные, что это, да. Что это означает? Конкретно, что за этим стоит? Но в рамках закона есть у нас широкие возможности для проведения различных мер акций. В частности, проведение митингов, проведение законных пикетирований, обращение в соответствующие государственные структуры. Вот. Пожалуйста, вот, и еще другие. Вот в законных пределах мы будем использовать вот эти меры. Биринчиден биз бул кайрылуубуз элге, элге коомчулукка. Анан массалык маалымат каражаттары журналисттерге чындыкты, объективдүүлүктү элге коомчулукка жеткизсеңер деп. Анткени мына биз заявление айтпадыкпы? Бүгүнкү күндө биз президентке кайрылып атабыз, жогорку кеңешке кайрылып атабыз, өкмөткө кайрылып атабыз, генеральный прокуратурага кайрылып атабыз, күч органдарына кайрылып атабыз. Конкреттүү фактыларды көрсөтүп атабыз. Ошонун бирөөнө реакция эмес, жооп жок. Анан кийин бүгүнкү күндө эл менен Кудайдан башка кимге кайрылышыбыз керек? Ошондуктан эми Кудайга да кайрылып атабыз, ачыгын айтайын. Эми анан кийин мына бул жерде эл отурасыздар, сиздер отурасыздар, силерге кайрылып белге жеткизели деп атабыз. Мунун баардыгы мына 15 октябрда элдин тандоосуна туура түрткү болушу керек, эл тандашы керек. Биз болсо мына эми эле Зайдин Карпекович айткандай караңгычылыкты, диктатураны, тиранияны тандайбызбы, же болбосо келечекке болгон бир үмүттү жандандырып жакшы жаңы нерсени тандайбызбы? Элдин тандоосуна коюп элден суранып атабыз, кайрылып атабыз. Всем большое спасибо. Так, уважаемые журналисты, пожалуйста, вот наше заявление, пресс-релизы, возьмите. Да, орысчале, орысчале. Бахрынгся, вот ругом бы убегал. Да, спасибо. Урматтуу Next TV каналынын көрөрмандары, мына азыр Кыргызстандын белгилүү инсандары, көрүнүктүү саясатчылар чогулган пресс-конференция өз ишин аяктады. Сиз биздер менен чогуу түз эфирде көп болдуңуздар. Канат Исаевди коргоо чаралары боюнча Кеңешбек Дүйшөбаев баштаган жаңыдан түзүлгөн комитеттин мүчөлөрү келип өз ой пикирлерин айтышты. Next TV каналына жазылыңыздар, Next TV канал менен ар дайым чогуу болуңуздар. Анткени биз резонанс жараткан, ажиотаж жараткан окуялардан ар дайым түз алып көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар.